Вы были под управлением управляющей компании и совсем недавно создали товарищество собственников жилья. Хотела вас спросить, можем ли мы напрямую заключить договор на вывоз мусора? Какие документы для этого нужны и куда с таким вопросом обращаться? Самое главное, что ТСЖ, там управляющие компании и все остальные, и юридические лица заключают с нами договоры. Самое главное, частный сектор с нами заключает. Это охвачено буквально вот наш город Уссурийск, Уссурийский городской округ, где у нас идет вывоз ТБО, в контейнерах люди там складывают. То есть эта теперь услуга действительно перешла на нашу организацию. И в связи с тем, что теперь представители этой организации находятся у нас здесь, у них поменялись телефоны. Поэтому я хочу еще раз, хотя мы в квитанциях это все прописываем, еще раз озвучить телефончик 328009. Это телефон наше теперь уже предприятие, которое занимается вывозом ТБО. Поэтому по этому телефончику можно обратиться, и все интересующиеся вопросы, пожалуйста, с ними разрешите. Теперь это отдел сбыта занимается, то есть они вошли в наш состав. И поэтому принести документы обязательно, копию паспорта для заключения, а юридические лица все свои уставные документы. Ну, в принципе, они в курсе, работают с нами, счета, фактуры получают, но очень часто приезжают вот из сел люди, которые еще немножечко не сориентировались, поэтому вот такие документы к нам сюда предоставить. Не обязательно заключают они с нашим предприятием. Это они выбирают. То есть они решают, хотят заключать с нами, хотят еще какую-то компанию. Не только же мы одни занимаемся вывозом мусора, правильно? Поэтому это уже на их усмотрение, как они решат на общем собрании.